Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкина Гнатий Тихонович «Открытым оком», том 9, «Облако свидетелей». Послание к евреям, 11.32. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Эфае, и Давиде, Самуиле и других пророках. Сколько было мыслителей в мире, великих философов, ораторов. Их наследие люди изучают, учатся красноречию. Но те вопросы, которых они касались, умерли. Нет того государства, против которого боролся Катон. Нет тех врагов, против кого Плиний говорил пламенные речи против кого сражался Демосфер. Но вот на арене появился еврейский раввин, презираемый всеми народами, но почитаемый в своем народе. И, наконец, он делается презренным и в своем народе. И он говорит о таких вещах, которые являются злободневными, живыми по сегодняшний день. Мы считаем сегодняшнее апостольское послание – Чтение служебное по порядку, и я ни одного места еще не нашел, которое касалось бы только тех, кому оно было написано, как еретики говорят. Если о бороде, так это о евреях. Если платки носить, так это к носить. Сектанты ничего к себе не применяют. Апостол Павел говорит, евреям 12.1. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Облако состоит из мельчайших капелек, и Павел перечисляет каждую капельку, и Дион, и безымянные тогда ходили, страдали, мучились, вокруг себя имея облако этих свидетелей, скажем, ты хотел бы быть маленькой капелькой в этом облаке? Вопрос этот он прямо каждому из нас ставит, жившему в начале этого века, в начале первого тысячелетия и сегодня, в начале третьего тысячелетия. Поэтому свергнем в себя запинающий грех. Единственное, что нам мешает войти в это число избранных, Грех а уж этого у нас достаточно. Но я скажу, не могу со львами бороться. Я не могу выпить яды, чтобы не умереть. Вчерашнюю пищу съем, меня это уже корежит. Какой же верующий я? Написано. Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стих. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. А тут чужую обувь одел, Три года от лишая не избавишься. Но свергнуть в себя грех мы можем его выдавливать. Понимал это Антон Павлович Чехов, когда говорил, что он каждый день из себя по капле выдавливает раба. Вот это та самая капля. Надо заметить, что кто служит греху, тот в рабстве прихоти и ему нужно ему его выжимать из себя. Сделали замечание сразу на анализ. Если ты женатый, то тем более с женой. Скажи, как так в самом деле? Мы являемся членами тела, палец, фаланга на пальце, ноготь, и все нужно. Как же так я сумел себе поставить, что в общине я никто? Какое бы дело ни делалось общее, меня нигде нет. Мало того, я позаботился, чтобы и не было. На будущее телефон вырву под видом того, что мешает спать ребенку, внуку мешает спать. То есть разные такие. Ты бы поставила примочки, чтобы тебя можно было на улицу искать по звонку, как в Потеряевке. В огороде Лена работает и вдруг телефонный звонок раздался. Чтобы случаем не прошел мимо меня человек, ищущий меня. Одно время, когда я жил на второй строительной, в те годы еще не была развита так преступность. Жили же мы на проходном дворе и заботились так, чтобы никто мимо нас не прошел. Если он к нам путь держал, чтобы как-либо не застал дверь запертой, я никогда, выходя из дома, не закрывал ее, ключа вообще не было, а лежала только на столе записка, где что поесть. Почему? Так посторонние. Правило, но у меня могут друзья приехать. Посторонних стерпим, а если придет друг издалека, да и уйдет от меня голодным. У меня все время дверь была открыта, куда бы я ни ушел не надо было ворам искать под половичком ключик или под дверью. Вообще дверь открыта была, и все удивлялись, как вы живете. А сегодня мне встречается бродяга и говорит, а помните, вы тогда-то, да я у вас был, да у вас этажи, да стеллажи еще где спать. Был такой у меня период времени, когда я Прочитал об этом в книге «Отверженные» Виктору Гюго. Он говорит, дверь врача не должна закрываться, а дверь священника должна всегда быть открытой. Меня это так тронуло, не могу сейчас этого сделать, потому что я останусь один, и никакие врачи меня уже не вылечат, если все откроют. И священник мне нужен только отпевать, от меня будет уже, он будет уже меня. Если я для всех буду держать также дверь открытой днем и ночью, понимаете меня кое-что в жизни. Но однако апостол Павел, не моим умом исследуемый, а величайшими людьми, назван Корифеем мысли. В каком порядке слова у него стоят? как он касается всех насущных вопросов, как он просматривает будущее туманное, когда еще только два через тусклое стекло проглядывается, и когда едва через тусклое стекло проглядывается, а он уже знал, что это будет. И вот он начинает перечислять героев веры. И я попрошу вас сегодня, вы будьте среди тех, о которых он говорит, мысленно хотя бы, Итак, Евреям 11.32. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать. Когда дохожу до этого места, то всегда удивляюсь. Павел везде старался время экономить, только для проповеди. Нужно запомнить, что всегда нам нужно торопиться. Всегда и непрерывно. Но нельзя торопиться только на молитве и при чтении Слова Божия почему на молитве нельзя торопиться. Надо сосредоточиться, вникнуть в каждую мысль и уметь слушать, сказать и послушать, что на сердце Бог положит, не пустословить. Потому что молиться и с детьми возиться – это моя покойница. Мать говорила, самое трудное дело, и кто водится, знает, как непросто из-под ребенка убрать. Но в него заложить доброе – святое еще труднее, чтобы потом из-под него не убирать преступления, не носить передачки в тюрьму, чтобы все самое лучшее вложить в него и молиться за него. И Павел начинает перечислять. Мне не достает времени. Павел, ты для меня... Ты для этого живешь, чтобы во время и не во время проповедовать. Но он говорит, тут я коснулся такой темы, где я утону. У меня даже ни времени, ни бумаги, ни хартии, ни пергамента не хватит. Представьте, что он начал бы перебирать святых тогда. А сейчас-то 1173 биографии только в житиях сегодня. А о Серафиме написать 51 страница в житиях. Да не хватит времени никакого. Павел как будто это знал хотя тогда можно было перечислить подвижников веры, когда он говорил об этом, потому что был только Ветхий Завет, больше ничего не было. Но не достает времени. А у нас получается так, что встретились, а не о чем разговаривать. Письмо писать о чем. По телефону просто болтать. На это и время есть и красноречие. Если бы вы только заговорили о Господе Иисусе Христе, то если бы всю воду на земле сделать чернилами, а все вот эти листики на земле сделать бумагой, и тогда не хватит времени и места описать то, что сделал для нас Господь. Иоанна 20:31 Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Если бы разговаривали о Господе не только с посторонними но и юноша, познакомившись с девушкой, завела божественный разговор, а сейчас через три минуты разговор закончился надо обнять, обнял. А дальше понятно, что уже дальше идти надо, а уже завоеванную позицию сдавать не надо. Она неинтересная. Если бы знали духовное, только тронул, а дальше. Как тебя Бог благословил, какими путями ты шел, какие львы встречались, и как Господь чудно заградил уста. Кто читал про отца Арсения, помните, как уже нож занесенный остановился, и пока мимо отец отца Арсения не прошел, все стоял с ножом злоумышленник и трясся. Я вам рассказывал этот случай, как Бог заграждает уста львов. Это рассказывает один пастырь. У него на отдалении, когда только начали строиться новые деревни, их там посещал свой духовник. И однажды он мимо проезжает на двуколке на лошади из одной деревни в другую. А тут надо отворачивать почти 6 километров. Лунная ночь. Он и подумал, я поверну к ним, а зачем? Я был два дня назад там. У них все хорошо. Но душа беспокоится. Повернул и поехал. Доехал. Тишина. Обошел вокруг. Ни звука. И стоит открытый сарай, как у нашего Игоря Барабаша. У него все открыто. Он зашел туда и начал молиться. Господи, если что-то ему угрожает, останови эту преступную руку, чтобы она не могла повернуться на, на чат моих духовных. Преклонил колено и поехал. Ему пришлось после работать много в тюрьме, в лагерях. И однажды к нему подходит заключенный и говорит, «Скажите, а вот в этом районе вы были, в Алтайском крае?» Он говорит, «Был. В такие-то годы я там служил. А в такую-то деревню не заезжали ночью?» «Заезжал». Преступник показывает правую руку, парализованную, отсохшую. Вот в ту ночь я пришел убить хозяев и завладеть их имуществом. И когда я услышал, что кто-то подъезжает, я зашел в сарай в тень. Я поднял нож и думаю, что если кто-то зайдет сюда, сразу зарежу. Но вы только вошли и стали молиться. Да отсохнет ру та рука. Как я почувствовал, как началась дрожь в руке, холод, я руку мою не мог повернуть к себе. После этого я попался на другом деле и теперь сижу здесь. У меня не хватает времени вам рассказать, что в жизни моей встречалось не в Павловой. Живите жизнью, которая идет по стопам, по следам Иисуса Христа. И вы припомните такие трогательные истории, сколько вы перенесли, сколько ваши родители претерпели. Вот у нас живет баба Дуся Потеряева, раскулаченная, какими страшными дорогами они прошли, что не успевали родных, родных хоронить, в снег просто складывали штабелями, а она осталась живая. И апостол Павел говорит, у меня не хватит времени перечислить все милости Божии на других людях. Запомните, что у нас не хватит времени, если мы начнем перечислять, что сделал Златоуст. Господи, это сиротинка, когда отец секунду у него умер, и матерью был, он воспитан так. Если бы мать сказала, сделаю из него хорошего юриста и безбожника, был бы какой-то юрист Конни, но не был бы он златоустом. И мы бы эти 12 томов не держали, не наслаждались, не читали здесь. Подумайте, кто около вас растет, какие дети, внуки, кто из них получится, подобие их родителей, блудников, или это действительно будет человек-миссионер, свидетель, добрая семейная ячейка. Не хватает времени, чтобы повествовать о Гедеоне, и перечисляет, да мы не можем вводить войска, как Гедеон, а далее говорит, которые верой побеждали царство. Только в нашей общине Сколько было процессов, судов, оказывается, за нами очень внимательно наблюдают. Встречается помощница Данииловой, депутата коммунистки. А мы вам много помогали, когда вы нам помогали. То есть они нас убивали. А когда победа оказалась на нашей стороне, то и она теперь примазывается. А мы вам в те годы много помогали. Я говорю, скажите чем? Ну, и ничего не могла сказать. К победе всегда будут прислоняться люди. Пораженный человек – это соль выпрошенная, ненужная, даже в навоз негодная. Хотя ленивый подобен воловьему помету. Но это еще хуже, даже чем навоз негоден. Не хватает времени, но они, говорят, получали обетование. За что обетование? Бог обещал нам царство. Евангелие от Луки, 22 глава, 29 стих. Я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство нам всем. Представьте, что сейчас мы вышли отсюда и до свидания. Но обернешься, а ты в незнакомом городе, в незнакомой стране. Не знаешь языка, ни родных, тут ни близких. Что ты теперь будешь делать? И какими глазами на этих бомжей посмотришь? Скажи, что бы вы стали делать? В первую очередь я применяю к, себе. Я бы напряг слух и стал, слух и стал слушать. Где-то есть люди верующие, православные. Ох, дорогие православные, да хоть из московской патриархии, да какие же они хорошие, да все они подают да всех кормят, да если бы оказался такой покровский собор, да нужды никакой нет, да все равно где-нибудь в старушке прикорнул бы, да на праздник в храме, на подручниках ночевал бы. Вот тогда мы оценим, какое облако вокруг нас этих свидетелей, которые незримо нас поддерживают, и Он перечисляет, угошали силы огня. Самый сильный огонь похоти – это юность. Погаси этот огонь, а я не могу. С помощью Божьей Бог подаст силу. Удержись, иначе сколько тебе придется страдать, что ни конца, ни края нет. А Бог ведь дает силу. Не от тебя зависит, посватаются к тебе или нет. Как Богу угодно, но Богу угодно, чтобы ты никогда замуж не вышла. И ты с этим согласись. Почему ты Богу назначила сроки, а не бесконечность? Иудив 811 18 Они пришли, и она сказала им, выслушайте меня, начальники жителей Ветилуи неправо слово ваше которое вы сегодня сказали перед народом и положили клятву которую изрекли между богом и вами и сказали что сдадите город нашим врагам если на этих днях господь не поможет вам нам кто же вы искушавшие сегодня бога и ставшие вместо бога посреди сынов человеческих вот вы теперь испытуете господа вседержителя но никогда ничего не узнаете, потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять смыслов, слов мысли его. Как же испытываете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум его, и поймете мысли его? Нет, братья, не прогневайте Господа Бога нашего, ибо если Он не захочет помочь нам в эти пять дней, то он имеет власть защитить нас в какие угодные ему дни или поразить нас перед лицом врагов наших. Не отдавайте же в залог советов Господа Бога нашего. Богу нельзя грозить, грозить как человеку, нельзя и указывать Ему как Сыну Человеческому. Посему, ожидая от Него спасения, будем призывать его к себе на помощь, и Он услышит голос наш. Если это ему будет угодно. Вот у меня победа в судах над коммунистами. За этот дом была только через 11 лет. А меня все долбили и долбили. Да какой ты верующий. Не прощаешь коммунистам. Прости им. Они теперь другие. Они теперь переродились. А где бы я теперь молился? А теперь мы здесь благодарим Бога и Его и это облако свидетелей, которые впереди нас прошли и говорили бороться нужно до конца. Христианство стояло на грани исчезновения, тем более православные. Во всем Константинополе, на четыреста церквей, за православными оставалась только одна домовая, молились, молились в домах, вот как мы, уже все знали адвентисты все заполонили, все еретики всюду, одни протестанты. Сплошная победа еретическая. Ничего подобного там еще Афония постарается. Бегает мальчишкой, он будет Афанасием Великим. И он скажет всего несколько слов, и один за другим будут дезавуировать свои подписи архиереи и встанут на православную сторону, вчерашние принадлежащие к сергианству, к московской патриархии. Бог силен все это сделать. Не надо заранее складывать оружие. Нужно до самого последнего момента бороться. Бороться и надеяться. Бороться и благодарить. Бороться и ожидать победу. И далее. Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, узы и темницу. И это уж как Бог подобит, особенно сейчас во время демократии. Во времена такой свободы, искусственное гонение на христиан ты не создашь. Пойду, вот я сейчас губернатору и скажу: посади меня, я хочу иметь такую награду. Да пошел ты отсюда! Выгоните этого дурака. Больше он ничего не скажет. А тогда, как бы я ни прятался, как бы не хотел скрыться, но меня все равно загребли. А будет время, что нас будут искать, как после четвертого указа Диоклетиана. Было дано указание, где бы кто ни встретил христианина, то бей тем, что у тебя есть в руке. Ни допросов не было ничего, только одно: верующий, верующий, что у тебя в руке ведро? Пошел за водой, то бей его пустым ведром. Бидон с молоком, бей им. Христиане это враги, это исчадие Ада. Такими объявили их, так говорят жития святых. Если бы император Диоклетиан, когда объявил этот Эдикт понял бы, что это судороги издыхающего язычества. Как только объявили такое лютое гонение, истинные христиане сразу сказали, язычеству пришел конец. Нормальные люди так не поступают. У нас защиты нет. Теперь впереди один Бог становится. С Богом был до этого, а теперь один Бог делает. Бог гордым противится, и Бог сокрушил их в конец. Уже где-то Костя подрастал, будет Константином Великим, и он сокрушит все рога нечестивым. Четырех соправителей всех до единого разобьет на голову и не пощадит даже зятя своего восставшего Ликиния. Были побиваемы в кожах. Такое у них одеяние было красивое терпя недостатки. Ах, вот это у нас уже есть. Да и за квартиру сколько берут, везде недостатки. Да еще и коммунальное хозяйство начнут выправлять. Оно в катастрофическом состоянии. Говорят, то наложат дополнительные налоги. Кое-где увеличили в три раза уже оплату. Действительно, недостатки. Слава Богу удостоились скорби, озлобления. Этого нам тоже хватает и от соседей. То зальет сверху, то подожжет снизу. Те, которых весь мир был недостоин. Вот характеристика и стоимость. Особая шкала у Бога. Мы говорим, а люди над нами смеются. Кто это такой? Посмотри на себя, в какой дерюжный костюм одетый. Да посмотри на свои валенки трехэтажными заплатами подшитые. Кто ты? А ты внутренне знаешь, что есть еще один реестр. Есть только тот, кто ценит по нему, по своему божественному преискуранту. И он знает нашу цену. И он причислил нас к пророкам, апостолам, гонимам которых весь этот город не был достоин. Почему? Потому что искупленное чадо стоило жизни Сына Божьего, сшедшего с неба. Скитались в вере. То есть о них можно сказать одно точно, что они имели веру. Не знаем, какой рост, семейное положение, болезни, статус, но точно знаем, они засвидетельствованы. У них в метриках записано верующий. Сейчас у нас нельзя этой записи ставить государственный закон, гласит. Не указывать вероисповедание, чтобы меня где-то не прищучили и не стали гнать. А у них у всех было записано, подтверждено. Это верующие. Вот чего нам надо добиться. Нам нужно знать только одно. С Иисусом мы или нет. Когда нас на допрос повели, когда на допрос повели апостолов и Деяния апостолов 4.13, видя, видя смелость Петра и Иоанна, приметив, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Враги ничего не припомнили, где ученики Иисуса жили, а только одно вспоминали а мы их с Иисусом видели. Один отрек, отрекаться будет, а другой укрепляться. Да, я был с Иисусом. Иисуса сейчас увидите, когда убивать меня будете. Деяние 7.55 Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидев славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога. Евреям 11.39 и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Строили-строили коммунизм и не получили ничего. Поэтому люди сегодня такие обозленные. Полную награду верующие, которые на небе, еще не получили. Они только вошли туда, но награду, о которой Павел говорит, глаз не видел, 1 Коринфянам 2.9. Они не получили. Почему? Торжественное тогда будет собрание, когда все соберутся. Первые, которые умерли, они еще без награды. Но пока войдут последние, дверь закроется. И тогда при многолюдном собрании, при миллиардах спасенных, начнется раздавание наград. Чтобы не без нас они получили, чтобы большее число свидетелей было. Когда приятнее человеку, когда дают ему золотую олимпийскую медаль на стадионе или тайно вручили бы ему ее. Или когда показывают по телевидению на весь мир. Понятно, что честь и слава ему, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Мы говорим о нас. Павел еще награду не получил. Он ждет, когда Анна тут войдет. Тогда Татьяна, когда Татьяна туда взойдет, он ждет, чтобы нам быть вместе с ним и разделить общую славу. Надо идти все время, как на, как на верное, а не как на неверное. Просто так, что мы отстояли и ушли, есть книги, почитали и все. Я иду на небо, иду к моему Иисусу. Остановись, прикрой веки глаз своих и скажи. Я иду к Иисусу. Он зовет меня. Евреям 11.40. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. И тогда все остальное покажется ничтожным, как будто не бывшим. Евреям 12.1. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Когда мы посмотрим, что они все, все удостоились, а гонители наказаны, тогда где окажется Саул? А где священники, которых Доик и Думиянин убил? Где Самсон находится? И Павел перечисляет, спрашивает иногда, Самсонова биография никого сегодня не украсит. У него только одно. Пил, гулял, да, как говорится, по бабам ходил. Больше ничего не было. Вся жизнь его развеселая была, да еще и дрался. Не нам судить его. Слово Божие говорит, что он на небе, что он был верен Богу. Среди своих скитаний, блужданий по гаремам, по чужим домам, он нигде не изменил Богу и любовью и в конце концов принял страдальческую кончину. Он был в заключении, как святой царь Николай II. И вместе с собой он погреб столько, сколько при жизни не сделал. Быть может, молитвами нашего царя и рухнул этот коммунистический людоедский режим. Быть может, это единственный наш царь, который действительно перед смертью все выстрадал не просто как Дмитрия отрока поразили. Не успел и слова сказать, а у Николая было время раздумать. И он, как показывает в фильме, семья Романова говорит, «Я погубил вас. Я не должен быть царем. Я должен был заботиться о своей душе. Царь никудышный оказался. Если бы он хороший царь был, то он бы вешал большевиков, и мы бы никогда не узнали, что такое революция». Но Он оказался святым, взирая непосредственно, почему мы так должны поступать, взирая на начальника и совершителя веры. Слово начальник встречается на каждом шагу, но начальник веры, совершитель, который дает нам веру Господь Иисус Христос. Ему слава была вовеки. Но вместо славы Он претерпел крест, и мы не можем получить то, пока не пройдем узким путем, пока не вкусим горести. Третье Ездры 9 Если город этот будет дан в наследство человеку, то как он получит свое наследство? Если никогда не придет лежащий на пути опасности. Слишком узкая тропа, по которой нужно пройти, Пройти через огонь, чтобы войти в дарованный обещанный нам город. И это все мы узнаем из Писания Павла, написано 2000 лет назад, и мы постоянно будем благодарить Господи, хорошо, что такой Раввин обратился к Богу, что есть такой еврей, за которого мы благодарим Бога. И поэтому среди христиан не может быть антисемитов, потому что Христос, еврей, Богородица, еврейка, Апостолы все евреи, мы благодарны будем этой нации, которую Бог сохранил от уничтожения в пленениях. И молиться за нее надо, чтобы она обратилась сегодня к Богу. Они были они Христопродавцами, чтобы кровь, которую они накликали на себя, не потащила их всех в преисподнюю чтобы масонские и сатанинские ложи их рухнули. И тогда, имея вокруг себя облако свидетелей, взирая на начальника и совершителя веры, мы будем иметь крепкую надежду и упование войти в Царство Небесное. Богу нашему слава во веки. Аминь.